Всем привет, чувачки, с вами Милскел. И сегодня я хочу пранкануть вас. Каким образом, спросите вы? Интересным образом. Я создал себе фейковую страничку самого себя и хочу писать вам от имени моего фейка, но это буду я. И типа кто-то будет думать, что это фейк, а на самом деле это буду я. Или же наоборот. И посмотрим на вашу реакцию. Я думаю, это будет что-то грандиозное. Грандиозное. Поехали. Мою фейковую страничку зовут Антон Милс. Кто бы мог подумать. Совсем недавно мне ВКонтакте дали галочку, и теперь поэтому все мои фейковые странички будет легко спалить. Фу, фейк! Так что, если вам будут писать фейки, не ведитесь. Так, собственно, заходим на мою страничку ВКонтакте и заходим под последний пост, где я вас попросил, чтобы вы мне скинули упоротое задание. Это чуть позже выйдет. Ждите, ставьте колокольчик. Динь-дон-динь-дон. А сейчас я напишу тем ребятам, которые онлайн, чтобы недолго ждать ответа. И буду их готов пранковать. Пранк? От английский пранк, проказа, выходка, шалость, шутка. Че ж, блин, у всех или личка закрыта, блин, или не онлайн? Че за... Давайте напишем этой девочке, она сейчас онлайн. Привет. Она сразу же что-то печатает. Как дела? Она ответила нормально, это нормально. Теперь давайте вот такую конкретику, типа, смотришь меня? Она ответила да. Это очень хорошо. Меня смотрят. Уже один человек точно. Хочешь сигну? Она написала, конечно же, да. Так. Вот, не зря тут рамка, да. Так. Так. Так, давайте просто сейчас зайдем на мою страничку. Я там делал давно кое-кому сигны. И давайте ей скинем сигну, которая совершенно не с ее именем. На, а чё бы и да. Я спросил, хочет ли она сигну. Она сказала да. Значит, чё? Значит, отправлю сигну. Я же не обещал на ее имя. Вот и все. Рубрика пранки вернулась на канал. Спасибо, но это не я. Ой, извини. Я же просто спросил, хочешь ли ты сигну. Вот и отправил. Меня больше всего смущает, что девочка не понимает, что это как бы фейк. Что это не я. Ну почему? Ну не верьте фейкам. А можешь голосовое сообщение записать? Или ты не рада, что я написал? Вы не думаете, что я вот такой вот ЧСВшник какой-то? Я просто как бы, знаете, вот я фейк. Фейк. Как фейс, только... И я пишу как будто такой наглый такой. Я пафосный. Хочешь от меня сиг? Хочу. На тебя сиг. Целуй мне руки. Я таким образом шучу. Все нормально. Я не такой человек. Я адекватный. Но не могу, 2 часа ночи, родители спят. Родители? Давай шепотом. Я хочу услышать твою радость. А вот представляете, на этом месте могли быть вы. А вы были не онлайн. Не стыдно? Когда новое видео, она у меня спрашивает. Не знаю, сейчас монтирую. Как там подмигивать надо? Я сейчас не монтирую, я как бы снимаю. Про что видео? Видео про упоротые задания. Пау, 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 пау. Скибдыш. Бум, бум, бум. Скуби-ду. Па-па. Я знаю эту песню. Запиши на нее голосовое сообщение шепотом. Нет, я стесняюсь. Нет, ты скучная. Фу, хоть ты и веришь, что это я, но фу. Давайте лучше дальше. Ну и пока. Давайте теперь напишем другому чувачку. Привет. Я думаю, ждать долго не надо, потому что онлайн девочка. Или это парень. Я вам не скажу. Потому что вы потом им будете написывать. А-а-а, ты ответил. Боже! Запиши голосовое этими сообщениями. Это ты? Это я. Ты чё? Так, чё-то мне очень долго пишешь. Отправь голосовое, плиз. Нет, ты первая. Я же попросил. Молится мне. Ха, я на компе. Пишет отмазки. Иди на телефон. Ишь, быстро голосовой. О, папа. Это не Антон, это я. Мне больше прикалывает то, что это действительно я. И я пытаюсь оправдаться, но я не буду никаких пруфов присылать. Да, кожи. Хочешь сигну? Она, понятное дело, ответила, да? А я, понятное дело, отправил опять эту обманку. Для надежности отправь голосовое. То есть ее не смутило то, что сигна не на ее имя. Привет, это Антон. Это не пруф, это ж не мой настоящий голос. Это не Антона голос. Это не Антона голос. Привет, это Антон. Да палюсь я, это похоже на мой голос. Чё? Не, я реально походу спалился. Блин, конечно я. А кто еще? Ты? Как это? Ты? Нет, она же девочка. Ты? Как эту эмоцию читать-то? Ты?
как капсом читать ты? Ты? Все, все, это куда-то скатилось не в то русло. Давай голосовое. Она попросила, ну-ка еще раз, не обижайся. Привет, это Антон. Я хитрый. Привет, это Антон. Привет, это Антон. По-моему, идентично, да? Ну, похоже. Может, поверить то, что это я. Я же говорю, телефон в ремонте. Я что тебе врать буду? Ну и пока. Ты мне не интересно. А, через А. Мы так умнее выглядим. Так, давайте другим уже напишем. Вот никто не хочет голосовой скидывать. У меня, блин, в личке только голосовые там. Привет, Антон! Я твой подписчик! Давайте напишем следующему чувачку. Я надеюсь, хоть где-то, хоть как-то будет голосовое. Моя цель это голосовое. Привет. Чё? Фейк, привет. Шаришь. Я не фейк. Я могу голосовое записать. Ну-го. Привет, я Антон. Я буду всех троллить так. Привет, я Антон. Ну ты Макс занешь, ну типа знаешь. Менять голоса, ну ладно, поверю. Видео записываешь что ли? Нет, просто скучно. Да. Ладно, другой вопрос. А, давай голосовыми. Зачем именно мне писать? Ты просто под горячую руку попалась. Бывает. С кем не бывает. Не могу, либо телефон сломан, а на компе микрофона нет. Вы чё? Я не понимаю. Эпидемия? Это чё? У всех телефоны переломались. Вот напишите, у кого сейчас телефон поломан в комментарии, давайте. Если вас реально много, я офигею. Ладно, буду ждать видео пранк с подписчиками. Это не пранк. Неужели реально у всех ломается телефон? Я просто свой телефон, не знаю, никогда, наверное, не носил в ремонт. Чё-то может поломаться. Ладно, поверю. Нету голосовых, нету фейка Антона и Антона. Все, все. Че молчишь? Нету голосовых, нету конфетки. Нету ручек, нет конфетки. Говоришь на камеру что-нибудь. Шарит. Ну вот просто. У меня умные подписчики есть. Сейчас как будто кого-то обидел. Я и так нажралась их норм. Удивило. Все едят конфет. Все. Думаешь, мажор? Я не фейк. Ты что, реально настоящий или же фейк? А, поняла. Записываешь видео, общаясь с подписчиками с фейковой странички. Как? Как я промазываю мимо стены? Это голограмма, а нет. Блин, просто меня рассекретили. Это все голосовое мое, типа, привет, я Антон. Вот, блин. Ты что написал-то? Скучно было. Все, иди, все. Пишем дальше. Привет. Так кони делают. Ответила, привет. Здравствуйте. Как дела? Скуби-ду, папа. Хорошо, а у тебя? Отлично. Что делаешь? Эта девочка сидит с телефона. Она просто не может отмазаться, что телефон в ремонте. У всех же в ремонте сейчас, да? С тобой переписываюсь. Вот логичный ответ у человека, наконец-то. Чем занимаешься? С тобой переписываюсь. Все свое уделяет время мне. Могёт. А можешь голосовое прислать? Как ты рада меня сейчас видеть? И то, что я написал. Нет, ты фейк. Я не фейк, могу голосовое прислать. Ну ок, пришли. Привет, я Антон. У меня очень недоверчивые подписчики. Меня это радует на самом деле, то, что они не верят фейкам. Но в то же время печалит, что я не могу найти контент. Где контент? Хочу голосовое. Теперь ты голосовое. А то я не верю, что ты рада. Я рада. Голосовое пришли. Быстро. Давай. Ну, я не очень верю. Я тебе голосовое зачем прислал? Теперь ты давай. Быстро. Пулей. Пулей. Быстро. Если скажешь, когда видео новое. Послезавтра. Я любой просто скажу тебе. Пускай будет послезавтра. Я не знаю, когда я это видео смонтирую. Не-а. Привет, я Антон. Кто там? Точно, я проверю. Проверяй. Окей, жду голосовое. Вот такой вот я дерзкий. Когда пишу не со своей странички. Вообще странно писать как бы с фейковой странички, что ты как бы настоящий. И ты на самом деле настоящий. Кто там? Только не говори, что ты сейчас видео снимаешь. Нет, просто скучно. Никто со мной не общается. Все во мне видят только Кэла и Славу и деньги, которых нету. И никто не хочет со мной дружить нормально. Она ответила... Понятно. Тебе пофиг на мою личную жизнь. Дебильная идея бить стены. Кто это придумал? Знаешь, меня сейчас в дрожь бросает. Жду голосовое. Не верю. Очень странно то, что от многих подписчиков реально бросает в дрожь. Я один раз, короче, шел, гулял, и ко мне подбегает подписчица, а у нее так руки дрожат. И это было, кстати, не раз, это где-то 5, наверное. И просто вы представляете, вот такую картину, типа мы берем такие, фоткаемся, а у нее вот рука вот так вот. Да. Сейчас открыть. Это было очень неловко, и мне странно то, что от меня люди в вот таком вот шоке каком-то. Что?
тупого в том, что я рад. Ну, это типа к прошлому сообщению относится, да. Голосовое или уйду. Вот такой, да. Могу уйти. А могу зайти. А могу уйти. Голосовое! Ну что тебе сказать? Ура! Антон! Привет! Что тебе еще сказать? На самом деле очень мило. Ладно, даже обманывать тебя что-то не хочется. Хотя хочется, спасибо. А можно мне сигнал? Такой вот я наглый. Как это люди делают, блин, с чёлкой? От меня. Да, можно? Ни в коем случае этой девочке ничего не писать, никак над ней не смеяться. Если вы ее знаете, она крутая. Она пускай и поверила фейку, она действительно рада, она действительно это чувствует. И ни в коем случае не подавляйте эти эмоции в человеке. Я вас прибью, я вас найду и просто заблокирую на канале. Что написать на Сигне? Антон Милс рулит. Годовусь. Он не гей. Пусть все знают. Ахахах, ок. Кстати, а что ты делаешь? Отдыхаю. Скучно что-то. От Ютуба? Да, от Ютуба. Скоро Сигна. А то я уже долго жду. Мое время золото. Ладно, что-то переборщил. Она ответила, да. Скоро, 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 ждем. Ждем. Это тоже писать? Еще спрашивают. Конечно, это самое главное. Я надеюсь, Сигна будет очень красивой. Сейчас сфотка. Жду. Пришла фотка, грузись, грузись. Спасибо тебе большое за Сигну. Я ее никогда не забуду. На, почему ты написал мне? Потому что ты крутая. Ладно, все, на этом нужно завязывать, а то я могу обидеть чувства человека. Хотя... Я так не считаю, а я так считаю. Ладно, все. Ты очень классная девчонка, но я записал видео. Спасибо тебе большое. Не ведитесь на фейки. Не надо так. Ладно, я пошел. Пока-пока. И она написала пока. Все. Ладно, чувачки, на этом я хочу подвести итог. Не верьте фейкам, сказал как Соболев. Даже не думайте, что это я опять пишу вам. Нет, я не записываю, дручусь ни в коем случае. Ну и всем удачи, я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что вы поучаствовали в этом ролике. Возможно, вы не знали и очень сильно сомневались, но спасибо. Ну а с вами был Мил Скэл. Всем удачи, всем пока-пока-пока-пока. Это не хрень, а прическа. Да, не повезло мне в жизни.